встречает Рустама Миниханова в лучших традициях. Индия славится строгими обычаями и лекарствами. Первый объект посещения – фармацевтический кластер «Фарма-Сити». В парке, который был образован в 2004 году, работают около 100 компаний. Они производят лекарства, фармацевтические препараты, продукцию для химической и смежных отраслей промышленности. Парк привлекает инвесторов условиями. Меры поддержки позволяют снизить издержки почти на 40%. Мы сделали очень серьезные вложения в инфраструктуру. Сколько это составило в инвестициях? Рустам Миниханов посетил цех по производству антибиотиков и осмотрел цифровой логистический центр. Этот опыт интересен Татарстану, отметил президент на встрече с представителями штата Андхра-Прадеш. Мы планируем создать такой кластер. В Индии хорошо знакомы с казанскими предприятиями. Свыше 500 гражданских и военных вертолетов серии Ми на службе страны готовятся представлять новый легкий вертолет «Ансад». А о КамАЗе и вовсе поют песни. С Индией работает Татнефть и Таиф. Поставляют каучуки, механическое и электрооборудование, изделия из металлов и древесины. Татарстанцы ценят индийский чай, пряности, текстиль. В прошлом году товарооборот составил 215 миллионов долларов. Были времена, когда эта цифра была в 2-3 раза больше. Надеюсь, что наши визиты, они дадут толчок в наших отношениях, и мы превзойдем те цифры, которые были до этого времени. Татарстан также хочет поставлять в Индию суда, газоперекачивающее оборудование, шины, компрессоры. На перспективу было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Татарстана и Советом экономического развития штата Андхра-Прадеш. Александр Сабиров, Марат Хусейнов, ТНВ, Индия.